Всем привет, друзья! Очередное видео. Я думаю, вам понравится. Эти видео тоже имеют хорошую информацию. Постоянно стараюсь подбирать информацию, которая была разнообразная для вашего пчелиного возраста, как говорится, пчеловодства. Называется статейка 1958 год, номер 9. Вот, как и в предыдущем видео был 58 год. Вот, читаем. Вылетают ли матки из улья во время весенних очистительных облетов пчел? Всем понятно? Поясняю. Матки плодные после зимы. И первый очистительный облет весенний. Вылетают ли матки на облет, чтобы очиститься от зимнего кала? Читаем. С 54 года работаю в колхозе «Радянска, Украина», Семеновского района, Полтавской области, помощником пчеловода. Пчеловод П.А. Цапенко, который мы работаем вместе, практически опыт имеет около 30 лет. Он, как говорят, потомственный пчеловод. И дед, и отец его были любителями этого дела. Весной 57 года во время выставки пчел мы обнаружили в семье номер 43 две матки. Одна находилась на сотах в середине гнезда, другую, видимо, чужую, мы нашли на дне улья в плотном клубке пчел. Освободив матку от пчел, мы видели, что она еще невредима и, по всей вероятности, плодная. Перед нами встал вопрос, откуда взялась эта матка. Если из другой семьи, то из какой именно? Мы поместили матку в клеточку с кормом и временно поставили клеточку в улей. Цапенко рассказал мне о случаях вылета плодных маток во время весенних очистительных облетов пчел, которые наблюдал неоднократно. Мы начали просматриваться к характеру облета семей. Облет рядом стоящей семьи номер 44 показался нам подозрительным. После тщательного осмотра этой семьи мы обнаружили в ней расплод всех возрастов, включая и яйца, но матки не оказалось. Стало ясно, что во время облета пчел семья номер 44, их матка вылетела, а возвращаясь с облета, попала в рядом стоящий улей семьи номер 43. Мы тотчас же вернули эту матку семье номер 44. Пчелы охотно приняли ее. До случая с маткой семьи номер 44 я не верил рассказам товарища Цапенко о том, что матки весной вылетают на облет вместе с пчелами. Теперь же, когда я сам увидел вылет матки из улья во время очистительного облета, у меня возникло сомнение в точности общепринятого мнения по этому вопросу. Прошу читателей журнала «Пчеловодство» поделиться опытом по существу затронутого вопроса. То есть, существует мнение, что матка спаривается один раз. Вот. И когда случилось такое событие, то напрашивается вопрос, что матки могут спариваться, потому что после зимы у них, так сказать, они не, уменьшается яйцекладка за время зимы, и они в объеме уменьшаются, они свободно могут летать. И, по-видимому, она полетела на оплет. И часто по весне пропадают тоже матки. Поэтому этот вопрос, так сказать, можно принять во внимание, если есть возможность проэкспериментировать и проверить, вот, как он пройдет. Поэтому, если вас заинтересовал этот вопрос, вот, имейте в виду, когда у вас есть знания, вам легче будет справляться и управлять вашими семьями. Еще одна интересная статья о матках в многоматочной семье. Она небольшая статейка, но весьма интересная. Прочитав статью Ковтуна о формировании и использовании многоматочных семей, опубликованную в журнале «Пчеловодство» номер 3 55 года, я тут же решил испытать этот способ. Все дело, как описывалось в статье. Посадил матку без единой пчелы на зрелый расплод, и чтобы не остудить его, поставил улей на трое суток комнату. Посадил я 5 маток. При осмотре живых оказалось потом только 3, но все они откладывали яйца. Сейчас уточню, как это он их подсаживал. Эта семья нарастила большое количество молодых пчел и пошла в зиму с 3 матками. Весной после очистительного облета пчел в семье оказалась живой 1 матка. Хотя год спустя я повторил этот опыт в нескольких измененных виде. Выбракованных маток до посадки в семью я сутки продержал в комнате.
Затем посадил их в стакан и не давал им драться. Спустя 5 минут они уже не делали попыток к схваткам. После этого я посадил их в спичные коробки. В одной из семьи матка мне не нравилась, хотя она была молодая, я нашел и уничтожил ее. После этого взял маток в спичечных коробках, согнал дымом пчел и разные улочки выпустил все 5 маток. 2 недели я их не смотрел из-за отъезда. При осмотре все 5 маток, к моему удивлению, нормально откладывали яйца. Расплода в гнезде было очень много, и поэтому семья в зиму пошла необыкновенно сильной. Весной наиболее сильной была эта семья, но из 5 маток и в этом случае оказалась живой только одна. То есть во время лета, вы поняли, что он производил, на рамочку с открытым расплодом, когда пчела выходит, запечатанный расплод, когда пчела выходит, молодая, вот он сажал этих пчел, которые в первом варианте, которых, вернее, этих маток он сажал, и они там из 5 маток принялось 3 матки. Каким образом он встряхивал их в стакане, чтобы они измучились. Когда они измучаются, они перестают драться, и потом он их выпускал, и у них как бы опыт такой, экспириенс вырабатывался. Если они начинают драться, их трясут. Если начинают драться, их трясутся. И у них выработался такой рефлекс на то, чтобы нельзя драться, бо иначе помрешь, как говорится. И вот таким образом у него 5 маток просуществовали без всяких разделительных решеток в одном семье, в одной гнезде. Но в зиму они не могли существовать, осталось после зимы всего только одна. Поэтому в зиму рекомендуется все-таки их посадить в изолированное состояние. Иначе они просто попадают в проблему и остается только одна. Итак, вот такой вот интересный метод. Несложный. В стакане потрусил маток всех, семью обезматочил, пустил каждую улочку по одной матке, 5 маток. Через 2 недели глянул, все сеют и сеяли все лето. Я думаю, что вам это тоже опыт интересный, понравится. И думаю, что это все новая, интересная информация, которую вы практически... Я сколько просматривал видео, обычно люди не делятся такой информацией. Еще небольшая, статейка последняя. Вот, хочу вам прочитать. Она имеет значение для содержания пчел также. Называется эта статейка так. Содержание пчелиных семей в павильоне. Есть переносные павильоны, а есть непереносные. И вот в то время начиналось практиковаться в павильоне. В номере 12 журнала пчеловодства 56 года была помещена моя статья о содержании пчел в павильоне. В ответ на нее я получил много писем преимущественно от пчеловодов-приусадебников. Большинство их заинтересовалось содержанием пчелиных семей в павильоне, потому что это давало им возможность уходить на работу, не беспокоясь за сохранность своей пасеки. То есть это закрытый павильончик, домик такой. Кроме того, павильон намного сокращает площадь, необходимую для расстановки ульев, и создает больше удобств по уходству за пчелами и хранению пчеловодного имущества. Одновременно с этим не требуется специального наблюдения за выходом роев, так как в павильоне пчелиные семьи почти не роятся. Насколько верно, насколько неверно, не знаю. Ну, вот так вот он описывает. В своих письмах пчеловоды спрашивают меня, можно ли приспособить под павильон имеющие в них различные надворные постройки. Имею в виду, что эффективное развитие пчелиных, а следовательно и доходность их, во многом зависит от конструкции павильона. Я считаю необходимым обратить на это внимание пчеловодов. В этой статье я указывал, что павильон мой устроен из деревянного каркаса, обшитого фанерой, крытым шифером, под пол дощатый. Такой павильон создает хорошие условия для развития пчелиных семей весной, потому что... При первом появлении солнца фанерные стены павильона быстро прогреваются. Это активизирует пчел к работе. Если же приспособить под павильон рубленый, амбар или другое какое-либо толстостенное помещение, то такой павильон окажется только погребом для пчел, в котором даже в солнечную погоду будет прохладно. Развиваться пчелы будут очень медленно, а следовательно, такого рода павильоны себя не оправдывают. Ну, это он свое представление описывает. Но если у вас будет еще, там отопление, и вы будете поддерживать теплую температуру,
то весной он оправдает, придется поддерживать температуру. А летом, когда жарко, он себя оправдает, потому что там будет прохладно. Поэтому я и рекомендую строить павильоны легкого типа, обшитые фанерой. Свой павильон я несколько усовершенствовал. По совету опытного пчеловода Сухова из Звенигорода я для большей световой площади устроил фронтон, открывающийся и закрывающийся при помощи блока. То есть на павильоне перед открывался и закрывался. Если, допустим, этот перед фронт открывался и закрывался, как говорится. Дальше читаем. Кроме того, я увеличил количество пчелиных семей в этом же павильоне. Теперь в нем расположено 19 пчелиных семей вместо 12. Для такого количества ульев потребовалось бы занять на усадьбе по крайней мере 180-200 квадратных метров вместо 18 занятых павильоном. Ульи в павильоне стоят теперь почти вплотную друг к другу. Ульи со всех сторон утеплены сухими листьями. Это в то время было, сейчас есть другие утеплители. Если на них смотреть внутри павильона, то будет похоже, что все они находятся в одной большой дощатом кожухе, сверх которого видны только утеплительные подушки. Ульи я не накрываю крышами. То есть еще очередная, так сказать, экономия на крышах, потому что в ульи они не нужны. Вернее, в этом павильоне. Мне казалось, что близкое расположение ульев может быть причиной блуждания пчел. Но на практике это не подтвердилось. 4-летний опыт содержания пчельных семей в павильоне убедил меня в полезности такого содержания. Этот способ пчеловождения особенно целесообразен для пчеловодов-любителей. То есть стационарная пасека, если у вас свое хозяйство, и вы рассчитываете долго держать, то вам выгодно поставить, во-первых, предохраняется от сильных ветров, и, так сказать, внутри всегда можно поднять температуру, всегда нужно, можно прикормить пчел, как говорится. С ранней весны вы можете там поднять температуру, и дать возможность маткам сеять, прикормить сиропчика побудительного. Хотя на дворе может быть прохладно, воду можете дать. Вот, то есть более упрощает работу в развитии пчеловодства. И быстрее увеличивает развитие ваших семей. И, как говорится, легче контролировать. Хоть в зиму, хоть зимой, хоть снег, вы всегда можете проконтролировать. Итак, удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, и да благословит вас Бог.